Что подарить ребенку на день рождения? У меня вариантов не было, потому что заказ был четкий и ясный. Мама, хочу отдельную квартиру. Ну ладно, ладно, не отдельную квартиру, конечно, но всего лишь домик. Я заказала домик на Амазоне для того, чтобы туда влезла моя пятилетка. Но как-то я не подрасчитала размеры и не думала, что он окажется такой большой. В ночь перед днем рождения я начала его собирать и сначала подумала, что это достаточно сложно, но в принципе оказалось легко. Единственное, что вот с этой байдой я долго мучилась. По итогу домик вышел очень вместительный, прекрасно вписался в нашу квартиру, и ребенок остался счастлив и доволен.